друзья, в которые я верю, вот, с которыми могу делиться своей болью, своими радостями, которые разделяют мою боль и радость. Раньше этого не было, у меня практически не было друзей, нет, у меня были друзья, но они меня предавали очень часто. И когда я вот, ну, стал известным, тогда они стали все проявляться, звонить мне и так далее. Когда мне было плохо, я был одинок, но никто из них мне руки не подал, даже не позвонил, у меня телефон молчал. Сутками, а сейчас я просто его отключаю, потому что он разрывается. Вот цена такой дружбы. А сейчас, когда вот я уже стал, можно сказать, немножко на ноги, у меня появились люди, и они прошли дифференциацию, эти люди. То есть я сейчас очень осторожно отношусь к людям, и только экстремальная ситуация проверяет, каков человек вот, по экстремальной ситуации, и я и сужу, друг он мне или просто он примкнул для того, чтобы погреться, так сказать, вот, возле меня. Yes, yes, yes.
Спасибо огромное. Друзья, мы с вами никогда не поймем, почему лучших забирают так рано. И, наверное, может быть, не должны это знать. Но счастье, что мы знаем этого великого человека, его прекрасные стихи, его прекрасные песни, которые живут в нашей памяти навсегда. Спасибо.